Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! После нашего первого живого онлайн-концерта мы обещали вручить подарки за лучшие комментарии о нашем стриме. И мы отобрали таких три, потому что у нас три разновидностей мерча. Больше пока нету, только три. Кружка, бейсболка и футболка. Поэтому три. Кружка достается Жуже Жужавне, которая обратила внимание на то, что хейтеры из трусов выскакивали, так хотелось им обкакать Волощука СД. Поэтому она и пишет: у хейтеров желчь уже камнями пошла, так держать в СД. Вот Жуже Жужавне уходит наша знаменитая кружечка, из которой чай или кофе намного слаще, потому что там присутствует энергия Волощука СД. Жужи, Жужа, мне привет! Бейсболочка уходит Даниэлю Васильцову, который написал: «Супер! Не разочаровался ни разу! Звук сказка! Браво!» Вот она, заветная бейсболочка, на которой не просто намалевана краской, а вышито шелковыми буквами ВСД. Заветная, заветная. Такую не грех и самому Волощуку СД одеть. Привет Даниэлю Васильцову. И самый главный приз уходит Максиму Емельянову, который обратил внимание на то, что Волощук делает то, что ему по кайфу. Желаю всем быть такими же в его юном возрасте. Вот так вот он написал. Ну что ж, я рад, что он подметил, что у Волощука юный возраст. И ему уходит вот эта знаменитая футболка, где изображен сам маэстро. Огромный привет Максиму Емельянову и... приглашаю всех на наш следующий онлайн-концерт, который состоится либо в конце января, либо в начале февраля. За сколько мы успеем подготовить новых 12-15 песен? Как только подготовим, сразу будет концерт. Поэтому ждем вас на этом мероприятии. Надеемся порадовать вас с нашими новыми песнями. Всем привет! Мысли вслух, точны и честны. Мысли вслух, о том, о сём, интересны. Мысли, если сказаны Волощуком. Волощуком.